Меня зовут Арина Агапова-Маркелова. Вчера снимала ролик, что я набираю в свою команду 100 человек, амбициозных, целеустремленных, которые менее чем за год станут миллионерами. Уже 2 человека есть. Еще мне надо 98. Этот ролик ВКонтакте им поделился мой муж, и он вызвал очень много комментариев. Особенно были комментарии от одного администратора одного проекта. Не буду я называть проект по понятным причинам и не буду называть имя и фамилию. Он писал, также добавился ко мне в Skype и спрашивал, почему вы в своем ролике обманываете людей? Я задаю всегда людям вопрос, я кого обманываю и в чем? Приведите доказательства обмана. Если один человек отправляет денежный перевод другому человеку на единый кошелек, то этот другой человек, этот перевод, который ему отправили, получает. Ведь так, кто кого обманывает. И если я говорю, что 100 человек, которые будут выполнять действия и задания, которые я им говорю, то они менее чем за год станут миллионерами. В моей команде уже есть такие люди, которые стали миллионерами. Он говорит, ведь таких людей всего 5%, но ведь теоретически это возможно. То, что люди будут сидеть на попе и ничего не делать, конечно же, они не станут миллионерами. Он говорит, вот если бы все были бы такие, как вы, то они бы стали, конечно, под лежачий камень вода не течет. У вас 2 уха, у вас 1 рот, у вас руки, которые могут печатать. Кто вам не дает быть такими же активными, как и я? Снимайте видео, раскручивайте свой YouTube-канал. Сейчас у каждого есть мобильный интернет, смартфоны, компьютеры, либо ноутбуки. Это вообще не проблема. Используйте рекламные площадки, покупайте мою методику. Кто вам не дает стать миллионерами? В чем я кого обманула? И говорит, раньше этот проект назывался Goldline International. Вот тогда, в 2011 году, были доходы, а сейчас они заметно снизились. Дорогие мои, кто смотрит мой YouTube-канал и следит за мной годами, прекрасно знают, что в ноябре месяце 2016 года я и мой муж Борис Маркелов купили 3-комнатную квартиру и сделали в ней ремонт. У меня даже есть плейлист, называется он «Квартирный вопрос». Вы можете туда зайти и посмотреть, как я каждый день делала ремонт. То есть мне рабочие делали ремонт. И все это я снимала на камеру. Именно для того, для таких неверующих, которые не верили, что мы купили квартиру и в ней делаем ремонт. Если мы купили квартиру и сделали ремонт, задайте себе вопрос, наши доходы сократились или увеличились? Ха-ха-ха. Квартиры покупают, а доходы сокращаются. По вашим словам, так? И он говорит, что наши доходы стали меньше. Мой личный доход составляет на сегодняшний день 249 954 доллара. И это учесть, что у меня кабинет с прошлого ноября, то есть ему 1,5 года этому кабинету, потому что я в прошлом году меняла своего спонсора. Давайте зайдем, посмотрим транзакции. В транзакциях мы видим, что есть некоторые волонтеры, которые просто пока активировали аккаунт по структуре, но еще не оказали финансовую помощь. Пришел мне бонус Activation от Сергея Теплякова и также финансовая помощь 10 долларов. Сегодня 18 апреля. Если мы откроем транзакцию, мы увидим его телефон, email и номер сертификата. По структуре сегодня было, да и каждый день, очень много переводов и очень много транзакций. Также сегодня оказала помощь Тамара Степанова 18 числа.
Вот, если мы откроем и увидим ее данные. И Тамаре я уже дала задание. Тамара получила от меня задание. Вот я беру уже ее фотосертификата с реферальной ссылкой. Также она получила страницу с инструментами, комментариями, план действий новичка по закрытой ссылочке у меня в проекте «Всем миром». И несколько моих видеоуроков. Если мы зайдем в лидеры текущего месяца апрель, то мы увидим меня, стоящую на первом месте. У меня 344 волонтера и 9 благотворителей. И $450 – это сумма средств, направленных на благотворительность в текущем месяце благодаря моим действиям. Всем пока! В свою команду я никого не зову. Если у вас амбициозные цели, задачи, если вам надоело платить кредиты, продайте свой телевизор, не смотрите плохие новости и добро пожаловать в команду единомышленников. Уговаривать никого не буду. Кому не нравится жизнь, которая есть у вас сейчас, ссылочка будет под этим видео. Всем удачи, пока-пока.